тонкої опори, тонкої опори між мною і рікою. І там в потокі рвотної маси, всієї каналізації спальних покоїв. На мене смотрел ангел ріки Рахіла, он хотів мене успокоїть. І слова його були подобні детській считалці, которую ми забыли. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Я сосчитал до тебя, да. Это похоже на то, когда ты в ванной смотришь, как утекает вода. Чувствуешь, что скоро кончишься, и все. Все быстро кончается всегда. Чувствуешь, что в тебе пустоты больше, чем самого тебя. Такое бывает иногда. Нам уже не вернуться туда, в те поля, покрытые кружевами летнего солнца, землей цвета опавшего листа. Ты их потерял, и перед тобой есть только то, что перед тобой. Серый поток реки и пролет моста. И там, где глаза смыкаются, где вянут цветы и тускнут цвета, где вода превращается в гель и перестает стекать, и нужен нож, чтобы втыкать. Там, где живут только голуби, я дарю тебе свою чистоту, только ее не прояви. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Он показывает на меня, слышишь? Показывает на меня, смотрит на меня странно. Твои губы сегодня чем-то пахнут, наверное, медом или слюной. Ты говоришь, пойдем со мной, я буду твой. Ты будешь мною, я буду мухой вокруг тебя, а ты рукой. И можешь даже прихлопнуть меня собой. Твой язык и мрак твоего рта слишком горьки. Только не надо так, не надо так улыбаться. Делать вид, что ничего такого. Самое страшное случается в минуты покоя. Только не надо так. Только не надо так. Сейчас на перекрестке, когда вокруг никого нет, когда прошло твои 1, 2, 3 года и 5, 6, 7, 8 лет, время поговорить с теми, кто вышел, с теми, кого нет. Узри другой берег, который потерян. Я провожу тебя внутрь, я позволю тебе войти. Только не надо так, давай не будем дело доводить на метании. А то в конце опять будут мои похороны и мои испытания. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. И это так странно, ведь мы еще так молоды и уходим слишком рано. И оплатили сполна, потеряв детские пальцы и место рождения, летнее поле, челюсть собаки, тот самый момент преступления, спокойствие сна, отнявшиеся конечности, конструктор и куклы, молчание и беспечность, открытые двери, объятия веры, челюсть собаки, тот самый момент преступления, отнявшиеся конечности, конструктор и куклы, летнее поле, челюсть собаки, тот самый момент преступления, отнявшиеся конечности, конструктор и куклы, открытые двери, объятия веры, я весь изо дня в день, начиная с момента X, это чувство потери. Когда я слышал, даже не говорил, кто-то тихо и хрипло булькая, как из замерзшей проруби, я дарю тебе последнее, что у меня есть, только это не прояви. Но
кто-то возле меня, потому что я исчез в 93-м году на Летних полях. Но теперь это кто-то возле меня, потому что я исчез в 93-м году на Летних полях. Потому что я исчез в 93-м году на Летних полях.